Восточные танцы, дефиле в национальных костюмах и конкурс талантов. 16 красавиц из разных уголков Киргизии на минувшей неделе состязались в Бишкеке за звание «Мисс Киргизия 2017». Конкурс красоты состоял из 6 этапов. Девушки дефилировали на высоких шпильках, по подиуму, в красочных платьях и вечерних нарядах. Они примерили традиционные киргизские костюмы, меховые шапки, шелковые юбки и камзолы, расшитые золотыми нитями. Участницам также пришлось показать жюри свои таланты и интеллектуальные способности. Победительницей конкурса «Мисс Киргизия 2017» стала 19-летняя студентка Бегимай Карыбекова. Обладательнице титула вручили корону и сертификат на 100 тысяч сомов. Это примерно 83 тысячи рублей. По окончанию мероприятия Карыбекова высказала пожелание своей стране. Я бы хотела бы благополучия, чтобы у нас дороги были ровными. И чтоб люди не выходили на митинг. Теперь первой красавице Киргизии предстоит участие в международном конкурсе «Мисс Мира 2017», который пройдет в декабре в Китае. К сожалению, подходит к своему завершению.